интересную папку Stats. И подумал, почему бы мне не разработать своего питона, и залетя в PHR, мне написал простой парсер, который распарсил мне все данные. И из этого у меня получился вот этот VDX. Давайте вместе его посмотрим. Нихуя, чё, бля? Интересная инфа. За все время на SP4 зашло 3728 игроков. И если каждый из них купил проходку за 3,5 тысячи рублей, то получил 13 миллионов 48 тысяч рублей. И можно купить себе вот эту квартиру. И назначить себе прикупить BMW за Квеля. Ебать сюда, блять. Вот бы это было правдой. В среднем каждый игрок на SP4 наиграл 165 часов. Нихуя себе. А, не, ну это состоянием в АФК. Не, все равно нихуя себе. 96 игроков провели на сервере меньше 30 секунд, а 500 игроков на... Ебать, изимани, что это было? P4 наиграли. Сколько? Меньше 6 игроков. 96 игроков, блять, чисто дали мне изимани, при этом у некоторых из них в нике СП есть, блять. Провели на сервере меньше 30 секунд, а 500 игроков на SP4 наиграли меньше 5 часов. Самое большое количество часов у Зипсис, имеющий 4139. Короче, я вам могу рассказать, на 4 сезоне я какое-то время держал топ. Ну, типа, я был самым жестким игроком. Потом меня обогнала Валидола, потом еще кто-то, и потом я опустился аж на 5-е место. Вот, я думал, ебать, я буду держать 5-е место. И просто стоял в АФК, чтобы у меня 5-е место было. И потом я даже его проебал, я в итоге там в конце уже был на 20-м или на 15-м. 9 часов. Но игрок Джинхай наиграл на сервере всего 0,999 секунд. И таких, как он, 8 человек, которые провели на сервере меньше 5 секунд. Всего интересно, суммарно, блядь, игроки наиграли более 614 тысяч часов. Также сейчас видите топ людей по количеству наигранных часов. Блядь, 4 тысячи часов, блядь. Охуеть. Топ на сервере. А ну... Спросите вы меня, а что же там по смертям? Так вот, 219 игроков не имеют ни одной смерти. 663 игрока умерли меньше 5 раз. А игрок под ником Алванис за свои 600 часов игрового времени умер всего 5 раз. А сам... Нихуя. Блять, раз в 120 часов умирал, чел. Крупный в этой категории оказался Стрейф, умерший 2632 раза. Ну, блядь, но есть игроки, которые специально фармят количество смертей на сервере. На СП. Типа, и вот вам топ смертей на СП 4. Андрей Кабурка, правильно, нахуй. Чикен, там есть продолжение. Я вам могу рассказать про этого. Значит, у него был город Чикентаун, а его называли, ну, не Таун. Вот, и в какой-то момент... Я не помню, кто. Ну, короче, на него разозлились просто потому, что у него тупой ник или еще что-то такое. И его просто по приколу убивали. И было такое, суд заканчивался. И все говорят такие: ну чё, суд закончился, теперь пойдем убивать Чикентауна. И просто шли и убивали его постоянно. Я уверен, то, что он не фармил смерти, его прям захуярили реально. Вот. А ну, сейчас. Вайфайер, по-моему, даже иногда его замечал сейчас на СП. Валиделус, интересно, почему столько раз умирала. Всех остальных не знаю. Ну. Тоже у нас является главным киллером на SP4. Всего игроки произвели больше 83 тысяч раз. Нихуя себе. 1500 игроков ни разу не убивали другого игрока. И это очень одобряем. Хорошая статистика для нашего мирного сервера. Блять, опять же, смотрите, если из 5000 зашедших 1500 ни разу никого не убивал, это вообще респект. А главным забивером стал Tilded, убив 1475 игроков. Также в этот раз будет охуел. топ-15, ведь Винс убил 590. Так, а ну-ка, Винчесон до сих пор играет. Хирург анкапер ебучий. У Квинса больше убийств, чем у анкапера ебаного. Это что вообще за хуйня? Медзал, ебать, чё нахуй? Чё нахуй? Слушайте, почему из всех топов, из всех списков, больше всего людей, которые играют до сих пор, это убийцы ебаные? Два игрока.
За все время существования SP4 игроки съели 922 золотых яблока. 94,2% игроков не съели ни одного золотого зачарованного яблока. В Малик съел 299 яблок, Башмак съел 97 яблок, и они вместе съели половину всех яблок на SP4. Нихуя себе. Так, оно есть там? Подожди, проебал. Они вместе съели половину всех яблок. Ни одного не знаю. Как на SP4. А, Ветскера знаю. Незер обломки. Всего незер обломков накопали 85 тысяч штук. 60% сервера не накопало ни одного древнего обломка. Знаете, что я хочу? Я хочу, короче, вот спуститься в шахту и засечь, сколько я с топовой киркой буду вот просто вперед копать и сколько я буду находить алмазы. Потом, условно, один алмаз будет равен там... ну, ар, да? Один ар будет равен 3 минутам. И потом, ну, просто себе представить, ну, кто-то же эти алмазы выкапывал, да? Всегда это выкопанные алмазы, они просто так не брались, да? Ими люди торгуют, но их же кто-то выкапывал. И вот вчера чел купил город за 18 тысяч аров. Я хочу, ну, просто попробовать посчитать, вот сколько было потрачено на то, чтобы создать эти ары, чтобы они оказались в экономике, нахуй. Сколько было времени убито человеческого, блядь, на то, чтобы чел просто купил себе, блядь, город вчера. 5000 штук. 60... Это хуйня, я, кстати, хочу отметить, то, что на SP4-то обновление энда не сразу было. Поэтому... 50% сервера не накопало ни одного древнего обломка. Абсолютным рекордом. По факту, кстати, потому что их легче было покупать. Сменом стал X-Ray-щик Доместос, накопав 2527 древних обломков. И охуевший. Вот вам топ. Блять, и мы его забанили только на 5-м сезоне, это позор, блять. Чё за хуйня? Блять, Гена просто выгружает эту базу данных и все, ну типа с СПП сейчас. Не, так а я не знаю, сколько на один алмаз уходит-то. Так, а ну-ка, кого я здесь из X-Ray-щиков знаю? Тим Попердим знаю. Пошел нахуй. Да все. Ну и до места. Всего на SP4 поймали 227 тысяч рыбы. В среднем каждый игрок поймал хотя бы 60 штук. Больше 2000 игроков не поймали ни одной рыбешки. Прикол. И больше всех поймал Айзома 20 557 рыбы. Прикол. Такой просто прикол. Всего игроки SP4 съели 42 тысячи кусков тортика. Больше 2000 игроков не съели ни одного кусочка. Верок 1337 стал рекордсменом, съев 978 тортиков. И вот вам топ. Нихуя, до сих пор играет, по-моему. Это прикольная тема, потому что торты, по сути, бесполезны в Майнкрафте. И торты чаще всего ели... значит, что было? Когда там их на ветках хайперлупы ставили, чтобы если вдруг чел бежал и внезапно... Вот. И самое главное, их ели на РП-ивентах на всяких. Вот. Ну и, собственно, видимо, Тича Хэппи и Валидола этому доказательство. Потому что они больше всего организовывали в те времена всяких ивентусов. Триггерзума помню. Сейчас не факт, что играет, я не уверен. Опа, нахуй! Алмазы. Эта статистика считает, сколько всего блоков алмазной руды вскопали игроки, а не сколько они были в шахте. Но все. Блядь, да, это же можно просто поставить, вскопать, блядь. Боже, игроки SP4 накопали более 1 миллиона аров. 700 игроков ни разу не скопали ни одного ара. Барк Найдлов скопал 54 377 ар. Вот топ-10. И, кстати, здесь есть великий X-Ray-чик Доместос. Так, ну Доместос понятно, Триггерзум, блядь, чё это за хуйня? Доместос окей, Мистер Брисон нахуй. Мистер Брисон, кстати, довольно часто в этих во всех топах, и по убийствам он встречался. Копавший 4821 ар. А ну. 1257 игроков ни разу не размножили хотя бы одного животного. На всем SP4 было выведено 499 940 животных. И вот топ-10. Нихуя себе, смотрите, это моя модераторша. А, нет, подожди. Это, нет, я, у нее хата... Блять, это моя жительница города была. Сейчас, на 4-м сезоне она была моей жительницей. Нет.
Блять, я не помню, это хата Натата или нет, потому что у нас была еще одна жительница города, Натаха. Чё за хуйня? Трубан? Блять, интересно, но Трубан был главой торговой федерации, а зачем ему столько мобов было размножать? Кирл, блять. Это я, это я! Не, ну я вам могу рассказать, я просто по приколу, реально у меня была вот ферма коров, по-моему, потому что мы жили в этом, в грибном биоме, у меня была ферма грибных коров. И я постоянно приходил, их размножал просто по приколу, потому что была зависимость прям жёсткая от СП, а делать на СП было нечего ночью, блядь, мало игроков. И я вот просто ходил, я обходил все фермы каждую ночь, все их фармил, блядь, ламинарии переделывал в блоке ламинарии, заебался в какой-то момент, забил на это. Заебумба, нихуя, я есть в топе. Я играл! Так как я собираюсь вставить эту таблицу в описании, давайте я покажу, как с ней работать. В общем, нажимайте «Найти» или «Заменить» и пишите ник интересного вам игрока, допустим, пятерка. Вас перекидывает на столбец с этим игроком. Бля, время в игре. Игроком. И здесь... Количество смертей 75. Выброшено предметов. Ну, это я вам могу рассказать, почему у меня так много. Это потому, что, опять же, у нас была ферма ламинарий. Оно заходило в печку, потом из печки шло в сундук. И я потом подходил и выбрасывал просто тонны ламинарий, а потом опять их перекрафчивал и опять выбрасывал уже скрафченные блоки. Выведено животных. Я крутой. Зачаровано предметов. Ну, тоже неплохо, смотрите, я прям за зачарованием. Ну, потому что я жителей ж тогда еще... Ну, я всегда бойкотировал расторговку жителей, поэтому я, ну, достаточно много чаровал. Крался. Нихуя себе я крадун. Так, нанесено урона. Да хуя. Пойма на рыбы. Нихуя себе, блядь, я уважаемый в этом списке. Получено урона. Ну, тут я бы даже сказал, что меня достаточно боялись бить, но есть еще больше. Так. Преодолено, ну, короче, бегал до хуя в полете. Ой-ой-ой, позор, блядь. Я тогда элитры еще смотреть. Не запретил. Например, сколько он привел в игре? Он привел 1700 часов. О, дальше, количество сердей 75. Дальше, выброшено примерно 745 кусков тортика. Блять, я хочу все про себя посмотреть, нихуя себе. Животных 4000... Так, вывел животных, потом зачарован, крался, поймал рыбы, получил урон, бегом вплавь. Можете встретить. Так, на элитрах. А, в полете и на элитрах это разные вещи. В полете это, видимо, падать вниз. Блять, сколько раз я подпрыгнул, даже есть статистика, охуеть. Тортик 50 штук, убито игроков, 157 человек я убил. Блять. Алиса, 365 умножить на 2,5. 912,5. Алиса, 912 разделить на 157. Примерно 5,8089. Ну, слушайте, я на самом деле хотел бы меньше, но я, получается, раз в 5 дней всего лишь убивал. А, это каждый мой килл? Не, я думаю, нет. Убито игроков. Видишь, убито игроков. Блять, ну чё там многовато, если честно. Раз в 5 дней я вообще старался не особо не убивать, как бы. Я всегда думаю, ебать, я пример для людей, которые будут играть. Убито существ. Вот это вот уже пиздец. 32 тысячи существ я убил. Нихуя себе. Создано маяков. Ну, это хуйня. Ни одну деревянную дверь я не скрафтил. Верстаки 100 штук. Добыл алмазов. Нормально. Добыто незерита. 29. Всего статистика, которая выведена здесь. Например, можем узнать, что он съел 50 кусков тортика. Железные руды накопал. Хуйня. Добыто... Ну, там окей. Угольная руда. Уголь часто копал. Мне бесило то, что печки не работают. Добыто камня. Добыто обсидиана. Или же добыл 2700 железной руды. Или же 165 тысяч камня. 3000 обсидиана, ебать. Нахуя я добывал 3000 обсидиана, блять?
Ну, собственно, я думаю, вы меня поняли. Таблица в описании, она в открытом доступе, можете переходить и смотреть. Я видел только интересную, наверное, вам статистику, там примерно 50 показателей. С таблицей легко взаимодействовать, поэтому я думаю, вам может быть это интересно, особенно если вы следите, как и я, с третьего сезона, а может быть и с четвертого, за Кириллом. Спасибо за просмотр, самое лучшее вашей помощи мне. Слушай, будет... я думал, видео хуйня, и я его поэтому отложил. Я думаю, какой нахуй SP4? Ну, реально прикольное видео, интересное. Мэрию от порталов очищал. Ну да, возможно.